13 год был провальным годом для троеборья, потому что где только мы не выступали, собственно говоря, троеборцы российские везде выступали очень плохо. Хотя до этого были и успехи, и были победители этапов Кубка мира. Тренерский совет понимает, что в нашей России, в стране, собственно говоря, нет очень такого широкого выбора спортсменов. Ну, в основном это 5-6 человек, на которых надо опираться. Сложность в том, что сейчас всадники выступают на частных лошадях. И поэтому, вот как раньше было, и дисциплина была, и хочешь не хочешь, надо было быть на сборах. А сейчас вот частники захотели, отпустили всадника, не захотели, не отпустили. Для них каких-то критерий таких нету, чтобы их заставить. Я же говорю, все ударились, распродали школы на местах. Вот, олигархам сейчас они приезжают в школы, которые сейчас они содержат, только кататься им для шоу. А так, чтобы вот государственные школы, вот наша школа хорошая здесь, во Владикавказе, значит, в Ростове недавно развалилась школа. Ну, в Москве еще более-менее, но там в основном школы тоже платные. Платные. И благодаря вот руководству республики, Минспорту, мы имеем возможность в своей школе обучать детей бесплатно.